Вітаю! Я Вікторія Клименко, і це програма «Будьте здорові». Ми працюємо заради вашого здоров'я. Депресія – це стан, коли дуже хочеться відвести душу, але куди б ти її не відводив, їй всюди не подобається. Тож, сьогодні ми будемо говорити про сезонну депресію. Пропоную долучатися до нашого ефіру за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Сезонний афективний розлад. Також його ще називають сезонною депресією, чи зимовою депресією, або ж весняною млявістю та літньою депресією. Це підмножина афективних розладів, у котрій люди, які мають нормальне психічне здоров'я протягом більшої частини року, виявляють депресивні симптоми щороку у один і той же час. Зазвичай це відбувається в зимовий період. А наш гість сьогодні – Ольга Дьоміна, психолог-психотерапевт. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю. Перше запитання, яке в мене є, це скажіть, як розпізнати, що це в мене саме депресія, а не просто кепський настрій? Ми ж, дівчата, знаєте, любимо трошки похандрувати, можемо просто так на рівному місці взяти і заплакати. Як визначити? Ну, во-первых, когда вы это депрессия, то нет понимания, когда она возникла, какие причины. А когда это просто плохое настроение, то тогда вы можете понять, что за этим стоит, когда оно возникло, какая причина была, что случилось. Есть конкретная ситуация, то, что повлекло за собой плохое настроение. А когда депрессия, то человек без причины может не хотеть ничего делать, плохое настроение, и нет на это причины. Вот сказать, почему? Ну, все вроде бы хорошо, а вот... А чи може, наприклад, самопочуття погане бути проявом депресії? Да, плохое настроение может быть проявлением депрессии, нежелание никуда идти, то, что до этого радовало, уже сейчас не радует. Бывают люди так, что у них меняется режим дня, им или хочется спать очень долго, и они спят по полдня, или наоборот не могут уснуть, бессонница, или меняется аппетит, они могут вообще отказаться от еды, нежелание есть. Это такой страх за этим стоит, знаете, когда кусок в горло не идет, это страх у человека, какие-то переживания связанные. А бывает тревожное состояние, когда человек все время хочет успокоить себя, тревога, и он много кушает. Нет мотивации, цели, ничего не хочеться. Ось такі от состояння, вони якби характеризують депресію. Якщо перерахувати симптоми, за якими діагностують сезонну зимову депресію, то на що в першу чергу звертати увагу? Скажімо, якщо низький апетит, то це 100% депресія, чи це просто може бути прояв поганого настрою? Ну от сьогодні я так волновалась перед ефіром, і цілий день не хотілося кушати. Є якесь событие, буває, що ми коли і влюблені, коли у нас хороше настроєння. Допустим, я напитуюсь, коли в красивому місці, мені не хочеться кушати, теж буває. А коли у чоловіка це постійне і затяжне состояние, більше там 2 тижнів, більше місяця, 2 місяців, це вже... Ну, стоит на это обратить внимание, почему не хочется есть, с чем это связано. А як впливає низька самооцінка, наприклад, на депресію? Очень чоловік з низькою самооцінкою, коли депресія у чоловіка появляється, у нього падає самооцінка, він не уверен в себе, у нього таке глобальне чувство вини. А за що, навіть і не знає. У нього страх, що його відвергнуть, що він ненужний, що йому не ради, вот такое, или то, що його используют, вот такі вот мысли. Мысли о том же, зачем жить, какой смысл може бути. Такі от. Тобто пошук сенсу життя – це може бути першою сходинкою до депресії? Буває таке, що депресія, як важливий такий аспект, от як ви, от, така меланхолія, да? Що коли чоловіку плохое настроєння, допустимо, він щось совершив, какое-то чувство вини, у нього портиться настроєння, або там він чого-то ожидав і не так вийшло, як він хотів. І в нього може теж испортиться, він може пересматривати свою життя, свої цели, чего. Это тоже такой период желания побыть самим собой, услышать свою душу, услышать свои потребности. И это есть как очень такой стимул для развития и занятия своей духовной, может, жизнью. Обратить внимание на свою душу. Скажите, а как влияет век?
наприклад, на те, що люди після 30 років, можливо, більше схильні до депресії, чи навпаки, молоде покоління? Опять за цим стоїть страх. Чим чоловік становиться старше, у нього стоїть страх, що що я успів зробити, що, з чого я достиг, опять питання смисла життя. Для чего? Что дальше? Ну, я думаю, что вообще-то депрессии подвержены и детки даже, и взрослые люди. Депрессия – это вообще двойной пресс. Это вот когда у тебя возникло какое-то чувство, а ты его себе не позволяешь. Ты его тратишь энергию, чтобы это чувство не чувствовать. Вот чувство вины, ты не хочешь вины, чувство стыда, ты не хочешь чувство неуверенности в себе. И вот и долгий период этот организм стрессует, он не признается себе в этом. И потом какой-то момент, может быть, любая спичка, вот это состояние, оно хроническое уже, оно выходит в депрессию. А когда у нас такие эмоции идут, оно выделяются гормоны в организм. Наши эмоции связаны с гормональной сферой. Допустим, радость – это там, дофамин, серотонин, ну, выделяются гормоны радости. А такие вот печаль – выделяются гормоны, которые в крови, которые вот это вот чувство поддерживают. Скажіть, а як у дітей маленьких може проявлятися депресія? Чи вона наступає тільки в підлітковому віці? Нет, бывает ребенок, он говорит, я не хочу идти в садик. Мне, а почему? Тебя что-то там, ты спрашиваешь, тебя не, там обижают. Нет, мне просто вот я не хочу. И тут важно просто его обнять, поговорить, все хорошо, успокоить, я с тобой. Просто у ребенка может подняться необоснованно, не потому что ему там плохо, кто-то отнесся или что, вот как, а просто такая неуверенность в себе. И вот важно здесь вот дать поддержку, любовь свою, сказать, что ты самый лучший, самый любимый, все хорошо. Хорошо, я с тобой, давай я с тобой посижу там сколько нужно, ну вот пойду с тобой. Обратить на это внимание. Так, ребенок тоже точно так же спать не хочет, учиться не хочет, вот цели ставить, или наоборот бессонница не может уснуть, не хочет с детками гулять. Тоже может быть такое, вот на улицу идти, все время там сейчас в телефонах, в компьютерах, тоже... Бувають. А якщо, наприклад, дитина замикається у собі, не розмовляє з батьками, не спілкується з однолітками, це також прояви, так? Це проявлення теж може бути депресія. А як вчителі мають реагувати на дитячу депресію? Як допомогти дитині? Ну, в школах теж є же психолог, який може, наверное... Але не завжди. Не завжди. І багато діти навіть об этом не знають, як. Це скоріше учителя, як... Ну, родители, наверное, больше это их ответственность увидеть. Учителя, они и так тем, что должны научить. А як ви слідкуєте за своїми дітьми, щоб у них не було депресії? Чи помічаєте у них депресивний стан? Как? Обнимашки. Есть такие пять языков любви. И когда деткам достаточно этой любви, то они, ну, как бы счастливы. И вот первый язык – это тактильный, когда ты ребеночка обнимаешь, вот, прикасаешься к нему. Второй язык – это язык похвалы, когда ты говоришь, ты умничка, ты молодец, ты хороший. Это тоже все дает энергию ребенку, поддержку, уверенность в себе, помощь. Когда ты вместе, говорят, давай вместе что-то вот тебе там надо, там вместе тебе помогу, садись с ним там или уроки, или смотришь, а что ты сделал? Вот, качественное время. Допустим, когда мы вместе с там, тортики, пирожные какие-то делаем. И какой еще язык? Не знаю. Пять сказала, да? Так, наче так. Скажите, для дорослих ці мови також діють? Тобто... Конечно, угу. Конечно. То з дорослими також можна лікувати. Самый такой вот способ, когда себе плохо чувствуешь, вот хорошо включить все, активизировать все чувства. Вот особенно такая сезонная депрессия. Это что такое? Вот, допустим, мы рождаемся, и наша среда – это мама. А психологи не изучали, что 10% на нас влияют – это наше позитивное мышление, 10% – это гены, это дары, таланты, которые способности у человека есть. И на успех человека 80% влияет среда. И первую среду, к которой мы пришли, это наша была мама, с которой мы столкнулись. И вот эти вот даже холодная мама, это может влиять, что депрессия зимой, потому что этот холод, все, когда замирает, чувства не было. И то, что психотерапевт, он помогает человеку стать самим мамой и папой себе, когда мы можем создавать свою среду себе, когда мы не зависим от той среды. Это как? Это, допустим,
Что мы от мамы? Вкусненько покушать, да? Вот какое-то то, что поддержать свое тело. Особенно зимой тело нуждается, когда перестраивается организм зимой, биоритмы перестраиваются, оно нуждается в правильном питании. Когда у нас достаточно белка в жизни, когда углеводов достаточно, когда витаминов и микроэлементов. Когда... От, до речі, знаєте, мене рятують банани та шоколад. Класно. Що ще може бути? Тобто якісь фрукти, можливо? Сезонні фрукти, вони ж спеціально як би ростуть, вони хорошо, сезонні фрукти. Которые апельсинки они такие оранжевые, гранаты такие красные, бананчики сладенькие тоже, все такие как раз сезонные. А якщо говорити саме про вітаміни, тобто таблетки, які слід додавати до свого раціону і чи слід взагалі? Хорошо органічні, тому що синтетичні, вони не усваюються, складируються у нас в організмі. Хорошо органічні вітаміни, які є, натуральні. От стосовно зимового режиму дня. Тобто, знаєте, я читала, що краще прокидатися о 6 ранку, в тебе більше заряду енергії, в тебе гарний настрій. Але коли ти влітку прокидаєшся о 6 вже, і пташки співають, і тепло, і все добре. А коли зимою, навіть о 8 іноді прокинутися важко. Що робити зимою зі своїм розпорядком дня? Знаете, утром я когда просыпаюсь, мне очень важно сделать утренний ритуал. Есть такой известный коуч Тони Робинс, он говорит, если у вас нету 15-20 минут утром для себя, то у вас нету жизни для себя. И вот первое, когда просыпаюсь, я представляю еще в постели, как вот такой свет, вот светотерапия, разные цвета. Я могу себе представить, что вот, допустим, золотой свет, это такая вот радость, любовь, там зелененький, ну, могу, вот как цвета медитация такая. Потом я начинаю суставную гимнастику, пробуждаю свое тело. Там начинаю есть суставное. Потом могу немножечко подышать, потому что дыхание нас тоже перезагружает, вот, пробуждается. И вот это вот мне помогает свое тело, оно уже вот как массажик, ручки потереть. Вот такое вот оно пробуждение идет легче. А когда ты встаешь, вот у тебя позвонки все были расслаблены, ты раз подхватил все быстро на будильника, то оно сжимание, спазм идет, тело сжимается. И вот не рекомендую просыпаться так, а рекомендую вот лучше встать на полчаса раньше и сделать такую практику себе вот на полчаса, когда ты еще в постели. Это может быть приятная музыка какая-то, это может быть вот такой вот, ну вот как массажик себе. И оно дает силы и энергии. Это может быть медитация благодарности за то, что у тебя все, ну, что есть. Это может быть благословение на следующий день, что вот как вот, что хочется помедитировать, представить, что как день пройдет. И оно дает энергию, уже ты просыпаешься такой бодренький. Потому что когда мы утром зимой встаем, еще темно, и телу нужно уделить, ну, оно еще спит. И ему, когда его так вот резко будет, потом человек ходит, ему тяжело целый день продержаться. Это очень важно вставать в вот такие ритуальчики. В Ютубе там их очень много, и вот зрители тоже могут посмотреть, как книжка «Магия утра» есть очень шикарная, которая тоже вот с этими ритуалами описывает. А что вас мотивует прокидаться по утрам, ранку? Вообще жизнь меня мотивирует. Я люблю жизнь. Ну, троє діток є. До речі, як ви з дітьми вранці доглядаєте? Чи вони вже справляються самі і ви приділяєте час тільки собі? По-разному буває. Маленькому ще 6 років, йому треба внимання. А старші дівчинки, вони вже самі 16-14 років. А як будете дітей, можливо, знаєте, там вмикаєте музику, вмикаєте світло і потім будете? Чи так по будинку? Поцілуйчики, обнімашки, поглажування, вставай, мій цар, тебе ждуть сьогодні великі діла, все буде класно, твій день. Ну, такими якими, та м'якими, я дітей завжди так м'яко. Ну, а старші, вони самі встають. У мене мала, яка середня, вона взагалі в 5 утра встає. І вона така, вона жаворонок, вона рано ложиться і рано встає. 5:30, це її время. Це прям дар, мені здається, для людини вставати о 5 ранку, я б дуже хотіла. Так, коли вона була маленька, це було. Для вас було складно, для неї легко. Дякую вам, пані Ольго. Нагадую нашим глядачам, що це програма «Будьте здорові» і ми у прямому ефірі. Зустрінемося після коротенької реклами. Вітаю!
вітаю! Це програма «Будьте здорові» і ми працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про сезонну депресію з нашою гостею Ольгою Дьоміною, психологом-психотерапевтом. Всім глядачам пропоную долучатися до нашого ефіру. Якщо у вас є питання, що стосуються нашої теми, телефонуйте нам у студію за номером телефону 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Пані Ольга, зараз у нас традиційні запитання від наших глядачів. До речі, підписуйтесь на нашу сторіночку у Facebook, програма «Будьте здорові». Ставте тут свої питання і будьте в курсі усіх подій. Ось так виглядає наша сторіночка. Тут ми можемо відповідати і в особисті повідомлення, і на ваші коментарі. Так от, Олег у нас запитує, що особисто вам, пані Ольго, допомагає боротися з зимовою депресією? Мне, как и вообще, помогает медитация, помогает молитва, помогает физические упражнения, витаминки разные, потому что водичка, душ, ходить пешком, спорт. Я хожу в спортлайф, плаваю, люблю танцевать. Творчество. Очень люблю вот что-нибудь творить, создавать, это даже, ну, даже готовить творчески. Но мне интересно, как-то нету времени, когда ты любишь, когда ты отдаешь, у тебя нету времени хандрить. Когда то, что ты делаешь, оно тебя вдохновляет. И постоянно депрессия — это как состояние взять. Это тебе нету, ты хочешь что-то себе взять. А когда ты постоянно находишься в состоянии отдачи, то у тебя не, ну, вот нету депрессии. У меня когда-то в том году 3 дня было такое настроение, вот что-то так вот, вот грустно, грустно, грустно. И я вот как-то ничего не хочется, хотелось лежать. Это, знаете, как вы говорите, женщина, не сами себе придумала, сами себе накрутила и сама себе этот. И я вот лежу, думаю, что я люблю? Вот горы, море, деток. И вот как только начала думать то, что я люблю, оно мгновенно меня, что я могу дать этому миру, что могу принести, какую радость, какую пользу. И у меня мгновенно как-то это состояние прошло. И, наверное, мой рецепт – это любить. До речі, от про прогулянки. Чи слід взимку гуляти на свіжому повітрі більше? Чи навпаки те, що ми бачимо на вулиці, нас роздратовує і гіршить, ну, могу сказать по себе, когда пройдёшься по улице, тебе щёчки морозят, румянец, кровь улучшается, кровообращение. Я думаю, что это лучше гулять. Даже вот когда дома сидит человек, ему наоборот грустнее становится. Он прошёлся 15 минут, а ещё если ты идёшь 15 минут и какие-то себе такие аффирмации говоришь, какие-то слова такие, что всё хорошо, всё получится, всё супер, ты молодец, то, ну, как-то быстренько. До речі, а домашні тварини, домашні улюбленці як допомагають нашому настрою? Тому що, знаєте, коли є собака, ти хочеш, не хочеш, гуляєш більше. Да. Чи допомагає це не впасти в депресію? Думаю, що да. Навіть прийшов цього котика, вот у нас тактильне, пожмакав, або собачку, позаботився. Це ж опять любов. Ти ж розумієш, що це животне, воно беззащитне, тобі треба о ньому заботитися, треба любити його. Я думаю, да, допомагає. Розкажіть, будь ласка, а як впливають на наш настрій подорожі? Чи слід подорожувати хоча б в якесь місце, яке є поряд з твоїм домом, наприклад, в сусідній город, в сусіднє місто? Чи слід подорожувати? Ви знаєте, у нас є дві потребності. Потребність в стабільності – це коли твоє місце сили, то, де ти вдохновляєшся, це твій дом. Коли, допустимо, ми живемо в красивій квартирі або в красивому домі, і ти просипаєшся утром, а тебе це радує, та красота. Ти можеш через якесь час не замічати. І коли чоловіка дуже все красиво, стабільно, робота, і він нігде не ходить, у нього постійно все, то це становиться таким ограниченням для нього. І поездки, путешествия – это новое впустить в свою жизнь, это разбавить впечатлениями, интересом. И люди, которые обучаются, путешествуют, им некогда тоже в депрессии быть. Тобто, якщо ти зайнятий, тобі нема коли. Ну, сумувати. Не то, що коли ти робиш те, що любиш. Коли ми зайняті, одна із форм уходу в депресію – це трудоголізм. Коли чоловік працює, або наоборот, він трудоголізм уходить, або в спорт, коли навіть йому вред для здоров'я, він все одно бігає, і в нього серце там болить. Або, допустимо, в ті ж сильні вірування, в якісь секти – це теж уход від депресії. Або в контакти, коли чоловік ходить на якісь гулянки постійно, не останавливаясь, допінги дополнительні для
настроение. Это тоже виды депрессии, уход. Можливо, порадите якісь місця сили, які знаєте саме ви? Я, для мене моє місце сили – це де я є. Вот я это место, вот я здесь, значит, это место силы. Вот как-то я слышала такое убеждение у людей есть, хорошо там, где нас нет. А у меня, ну, наоборот, где я, там и хорошо. Мое место силы – это где я есть. Это, ну, как говорят, что наше тело – это наш храм. Так вот, ну, храм души, духа нашего. Поэтому вот оно, мое место силы. Я вас почула. І ще таке питання. Британські вчені з університету Південного Уельсу виявили те, що людина піддається депресії у зимовий період року залежить від кольору очей. Результати дослідження, в якому взяли участь 174 студенти та аспіранти з Південного Уельсу та Кіпру, опублікували в журналі Health. Що ви скажете з цього приводу? Як впливає колір очей? Вы знаете, это тоже может быть убеждение такое, которое... Вот у меня у мамы зеленые глаза, она у меня никак, она всегда такой живчик, все время в действии. У деток тоже светлые глаза, очень сильные. И приходят на консультации как люди с депрессией, как и с карими глазами, так и светлыми глазами. А если вот сказать, допустим, вот это же убеждение, это же все равно 170 человек исследовали, это же не исследовали весь, ну, допустим, даже тех же украинцев или как-то больше. И я думаю, что это может быть убеждение. О, у меня серые глаза или зеленые глаза, я подвержен убеждениям. Это можно притянуть таким убеждением себе, ну, депрессию. А чи правда, що люди, які живуть в теплих країнах, коли завжди сонце, вони менше підвержені депресії? Чи впливає сонце на наш настрій? Я думаю, що да. Сонце дає вот таке состояние наповненості. Хоча є люди, які мають сезонну депресію літню. А що саме в літку може? Знаєте, среда дуже впливає на нас, от те, що я говорю, от як що наша среда. І коли ми вже взрослі становимося, цю среду ми можемо самі створювати. Це з ким общатися, в якому місці знаходитися, куди ходити, де ти просипаєшся, як у тебе красота на роботі, от твій уголочок, театри, кіно, книги, музика, все це наша среда. Интернет, те каналы, которые мы смотрим, это все среда, которую мы создаем. И это мы тогда хозяева становимся. И солнышко мы тоже себе можем создать. Если надо в спа сходить, вкусненького тоже покушать, так что, ну, солнечных каких-то. Я думаю, что среда влияет очень. Просто я знаю, я багато зиму. Хто взимку подорожує до теплих країн і повертаються з ліпшим настроєм, ніж ті люди, які залишаються в холодних порах. А чи допомагають рятуватися від депресії спорт та активності? Навіть по собі знаю, що після занять спортом з'являється така сила, енергія і тобі краще. Як саме спорт впливає? Ну, я думаю, что спорт, он перезагружает у нас энергию в клеточках. Есть у нас там митохондрии. Это атом, ну, энергетическая станция нашего организма. В каждой клеточке есть такие органеллы, которые АТФ-энергию вырабатывают. Когда мы спортом занимаемся, митохондрии обновляются, у нас больше силы, энергии. Да, влияет. А краще займатися спортом вранці чи ввечері? Говорят, что лучше с утра заниматься, что так ты запускаешь организм, а к вечеру уже спать. Хотя вот детки, которые, знаете, вот они не могут уснуть, это есть парасимпатичная, симпатичная нервная система, то когда у человека бессонница, ему не хватает движения. Вот включить музыку, потанцевать, попрыгать. Ребенку можно попросить попрыгать на одной ноге, на другой, там что-то сделать. И он, вот эта нервная система успокоилась, то возбуждение. Одна система за возбуждение, другая за расслабление. Если мы недостаточно действовали, вот на работе, сидячий образ жизни, мало там, ну, на работе действий, то вот это тогда и провоцирует бессонницу. А когда там включил музыку, потанцевал 10 минут, и раз, и уснул быстро. Тобто витрачати кудись енергію краще, да, на щось таке, що ніж... Є процеси розслаблення, є напряження, і оба процеси важні. Ще таке запитання. Коли потрібно негайно звертатися за допомогою до психолога? Я думаю, когда вот это затяжное идет, отказ от еды, когда не можешь спать или спишь, когда нету цели, когда ты не понимаешь, почему твое состояние, тебе ничего не хочется. И желательно пораньше, потому что бывает одной консультации достаточно, чтобы человек переосмыслил все и вышел в состояние жить, творить, радоваться жизни. А иногда вот недавно пришла клиентка, которая 7 лет назад ей дали мой телефон, и она говорит, почему я раньше не пришла? Бывает через 3 года, через год.
Человек хочет справиться сам. Нам наша проблема, ну, то, что с нами, оно так близко, что мы, ну, это оно как руку при глазам, мы не видим, что находится. А другой человек, он, ну, особенно специалист, который понимает, он может помочь увидеть, чем это связано, и помочь это проработать внутри. Я знаю, багато людей соромляться звертатись до психолога. Чому так? Потому что нет, наверное, культуры, не знают, а зачем, ну, зачем он нужен. Я же сам смогу. Это если прийти к психологу, это или психотерапевту, это значит, ну, ты уже как больной. Очень путают психолога, психотерапевта с психиатром. Психиатр — это уже таблеточки, когда у человека это зашло далеко, когда у него уже этот диагноз есть. А чтобы диагноз не ставили, важно обратиться сразу, любить себя. Это тоже любовь к себе. Вот как мы там занимаемся телом, точно так же и душой. Я просто знаю, що за кордоном якось більш лояльно до цього відносяться, і там у багатьох є людей свої психологи, до яких вони з сім'ями ходять, і все. А в нашій країні, коли кажеш, хочу сходити до психолога, ти що, захворів? Що з тобою не так? Тобі потрібно в клініку і все таке. Тобто якось люди до цього негативно відносяться. Ще таке питання, як обрати хорошого фахівця? Тому що буває, що людина йде до одного лікаря, їй не подобається з ним, і вона більше не хоче йти до іншого і боїться. Я знаю, що обрати хорошого психолога для себе — це як знайти хорошого друга, це складно. То як обирати? Ну, допустим, у каждого психолога, знаете, есть свой психолог, потому что, ну, это часы личной терапии проходим. И я, допустим, выбирала как. Я читала статьи, что человек пишет. Я смотрела, насколько мне отзывается. Я не люблю, когда человек пугает. Вот когда за его словами стоит страх, что если вы это не сделаете, у вас будет, ну, вот что-то там страшное, ужас-ужас. А когда за его словами стоит любовь, то для меня это мой человек. Я выбираю, с кем. Потому что некоторые люди выбирают такого человека, который им таблетки выпишет, что им будет ближе. Они в это верят, что это поможет. Наверное, это зависит от того, насколько синхронно с тобой, ну, человека ты выбираешь по своим каким-то критериям. Вот. Мне просто здається, багатьом... По отзывам, вот как, что люди, ну, там отзывы ж есть тоже. Багатьом людям легше випити пігулку, ніж поговорити про свої проблеми з якоюсь чужою людиною. Тому, знаєте, часто знайшов першого лікаря в Гуглі, і все, йдеш до нього, а він тобі не підходить, наприклад, він лікує якось не так, як тобі потрібно, не розбирається в твоїх проблемах, і ти такий, все, більше до жодного не піду, всі шарлатани. От я смотрю, що, ну, в Києві, допустим, я смотрю, що у моїх всіх колег і у нас є перша консультація, там, от у мене, допустим, 15 минут, тому що у мене за 15 я успіваю полічити чоловіка, вже, ну, всю терапію зробити безплатно. Ти можеш позвонити чоловіку, ти є... как марафоны, вебинары вот бесплатные. И ты можешь посмотреть, насколько тебе это, поговорить с ним по телефону, позвонить, услышать, как твои чувства, отзывается тебе этот человек, позвонить нескольким и выбрать тогда уже. Чи проводите ви практики, можливо, лікування онлайн? Онлайн, да, консультации провожу онлайн. А краще при особистій зустрічі чи все ж таки можна за телефоном? Ви знаєте, останнє время почала проводити онлайн, і от клієнти мої пишуть: "Оль, тобі так їхати, ну, на дорогу там час назад туди 2 часа, і з тобою там практика у нас обычно часа 2, тому що терапія це глибокий, це, ну, от можна аналітичне просто поговорити там 40 хвилин, а якщо вже терапія, то це часа 2. І так часа 4 уходить. А онлайн ми справились за 1,5 часа і все. Поэтому есть экономия часа, есть такие все-таки практики, когда человеку нужно прикосновение, чтобы рядышком были. Ну, для меня, вот я смотрю по результатам, эффект одинаковый. Я дякую вам, пані Ольга, за ваш час, за те, що були з нами. Спасибо. Нагадую, що сьогодні ми говорили про сезонну депресію, а нашою гостею була Ольга Дьоміна, психолог-психотерапевт. Це програма «Будьте здорові» і я, її ведуча Вікторія Клименко. Зустрінемося завтра в прямому ефірі на Чорноморській ТРК о цій же порі. Ми працюємо заради вашого здоров'я.